Всем привет, с вами Ванок, и сегодня мы вновь окунемся в атмосферу Novus Inceptio. Сколько у нас было видеороликов по данному проекту? По-моему, 2-3, где-то так. Я тогда показывал, ну, не совсем раннюю, но все-таки условно старую версию. Тогда я немножко поразвивался, поиграл, сказал, что довольно забавно, но пока что не особенно играбельно, в том плане, что, ну, не цепляет на долгосрочные перспективы. В общем, вышло много патчей. Они многие изменения добавили, поменяли местный мир, поменяли баланс, крафт, экономику, много чего на самом деле. Если сейчас поставить цель зачитать все изменения, то на самом деле целый ролик только на это идет, потому что патчи выходили, патчи много чего добавляли. Пускай глобально там ничего не поменялось, но имею в виду глобально, это прям чтоб вышло что-то такое, что-то, что прям вах и все. Вот, например, допустим, режим с другими игроками возможность играть, вот это было бы круто, то есть мультиплеерный патч действительно было бы интересно, мы бы его обязательно посмотрели, но пока что нет, пока что он еще недоступен, доступен нам лишь Ghost Mod, который, как я разобрался, по-моему, в прошлый, последний раз, когда играл, что это на самом деле, по сути, даже не сетевой режим, а режим, где у нас какие-то некие, в общем-то, происходит сохранение на сервере, да, в общем-то, и все. То есть, банально, в общем-то, есть возможность поиграть с синглплеер, где сохранение у нас на компьютере и сохранение на сервере, причем с перспективами все это же дело, что завайпается. То есть, ну, совершенно неинтересно. Поэтому я начал играть вновь синглплеер, чтобы посмотреть вообще, что тут изменилось. Собственно, давайте мы его и загрузим. В общем-то, на самом деле, я уже немножко побегал, немножечко поразвивался и понял, что в принципе в глобальном плане, еще раз говорю, ничего такого серьезного не произошло. Там по мелочи что-то поменяли, что-то, в общем-то, там есть. Но в целом, в общем-то, игрушка осталась примерно той же. Я думаю, что, опять же, она меня надолго не затянет. Тем более, что в этот раз теперь уже строить абы где нельзя. Нужно на специальные зоны приходить, локации. Это тоже, на самом деле, довольно странное ограничение. С учетом того, что здесь у нас, в общем-то, одиночный режим. И почему нельзя строить в любом месте, это немножко странно выглядит, но именно вот такие почему-то ограничения разработчики решили добавить. Ну, в общем, это будет пусть на их совести, потому что на самом деле можно сказать так, что, может быть, у них есть свой взгляд на это все дело, может быть, они свою концепцию какую-то видят, зачем мы будем влезать именно в их взгляде, потому что все-таки, как ни крути, а разработчики видней. Пускай даже, может быть, на самом деле разработчик может быть и не прав, но если разработчик не прав, то зачем мы в эту игру играем? Если уж ему глобальный, правда, вот какую-то ересь начал уже нести. На самом деле, игрушка, в общем-то, с точки зрения оценки игроков, полностью соответствует тому, что делают ее разработчики. То есть, к этой игре нет каких-то особенных, в общем-то, дифирамбов, нет прям огромного фан-клуба. Да и вообще, на самом деле, игрушка такая достаточно проходная. И поэтому я думаю, что если разработчики хотят ее видеть именно в каком-то более качественном уровне выше стоящий, то, видимо, им придется больше сил гораздо вложить, чем они сейчас вкладывают, по крайней мере, на мой взгляд. Ладно, давайте уже к этому болтовню я закончу, которая, честно говоря, уже сам не понимаю, о чем идет речь. Итак, мы начинаем на базе. База у нас здесь новая. Если вы помните, мы начинали в прошлые разы на какой-то непонятной станции. Сейчас у нас тоже какая-то непонятная станция, но она, по крайней мере, смотрится как-то органичнее, как-то она лучше сплетена. Местный мир, он ставит мои будущие клоны, соответственно, наш основной персонаж умрет, то мы сможем возродиться вот здесь. Плюс мы, соответственно, на куче тут можно всякие предметы хранить. Не знаю, честно говоря, есть какой-то в этом смысл или нет. Ну, допустим, можем мы перетащить сюда вот какие-то фрагменты рун, которые, я думаю, что нам не сильно нужны. Надо здесь, что сразу, естественно, вспоминать, как туда что. Так. Вот, да, вспомнил я. Как тут быстренько все перекладывать. То есть я тут просто надобывал каких-то там ресурсов, которые пока что мне не особенно нужны. Вот, то есть в случае просто чего, если я умру, допустим, я просто не знаю, вот эти вещи, они как сохраняются, то, что в роботы я вложил, или же тоже вместе падают вместе, когда герой умирает. Ну, в общем, не суть важно, пока что надо просто немножко разгрузиться, сюда переложить, и тогда уже я вам буду показывать, что да как. Я уж, конечно, извиняюсь, что я так сразу вроде бы начал показывать игру, а потом бац, и отвлекся на всякую ересь вроде вот таких вещей. Ну, я думаю, что, в общем-то, это не так критично. Так, у нас здесь есть хилы еще до кучи, да?
Ох, тут прикольно, кстати. Скролл возрождения, да, что-то есть. Скролл стамин, но это не сильно важно. Но, ладно, пусть будет, короче, ладно. Тут у нас еще в соседней комнате есть какие-то всякие вещи, связанные с... А, это как раз и есть клон стейшн. Мы не можем пока что создать клон, это понятно, логично. Я, кстати, на мой специально приключил свит от первого лица, потому что... Иначе игрушка подлючивает. Давайте, короче, выйдем наружу. Я уже покажу местный окружающий мир. Как он выглядит. Вот, в общем-то, такая вот интересная пещерка, на самом деле, довольно... На мой взгляд, она хорошо сделана. Вот наш робот летает, наш помощник верный. И вот мы выходим сначала в пещеру. Так, сейчас запутался немножко в кнопочках. И можем уже выйти, соответственно, в открытый мир. Вот он так выглядит. Тут, кстати говоря, летал где-то, короче, аномалия летала. Мне кажется, можно в нее попасть. И только единственное, что не знаю, конечно, стоит ли это делать или не стоит сейчас. Потому что аномалия, конечно, очень специфичная вещь. О, ящик, интересно. А ящик, кстати говоря, странно. Я его не... Я его должен был собрать, может быть... Это заспаунилось как раз от этой аномалии. То, что она где-то тут была. Но, может быть, она решила исчезнуть, пока я туда-сюда бегал. Вот еще плюс такие руины. Здесь еще, ко всему прочему, есть типа а-ля... Не знаю, как назвать. Камень, который можно телепортироваться. Есть специальная кнопочка для телепорта к нему. Единственное, что надо еще вспомнить, какая. О, прикольно. Тут еще можно фрагменты собирать. То есть, видимо, это как-то дело восстанавливается или еще что-то. Потому что мне тогда это недоступно было. Кнопка была, кстати говоря, где-то там, где она мне всегда мешалась. Где-то она будет... А, по-моему, она... Да, вот... Да, она, короче, на У, рядом с кнопкой инвентаря. Я пару раз ее случайно нажимал и понимал, что это очень неудобно, на самом деле, эта кнопка. Я, честно говоря, даже не помню... Да, я, по-моему, смотрел, не смог ее никак переназначить. С другой стороны, вот этот дом, допустим, я где-то вдалеке бегаю, бац, а я уже тут. То есть можно по-быстрому назад телепортироваться. Не знаю, конечно, какая дальность действия, но факт остается фактом, что можно вот таким образом еще до кучи... быстренько на базу возвращаться. Ну что, давайте немножко по миру побегаем. Да, сначала карта. Вот, кстати, вот она. Зона для строительства. Как раз. То есть нам надо, смотрите, выбегать. Мы даже отсюда, кстати, не выбежим. Это стартовая точка, которая на самом деле, по сути, нас в ловушку загоняет. То есть, чтобы нам выбежать, нужно вот так оббегать вот потом сюда. То есть, первая стартовая зона, где можем строиться, это вот. То есть, до нее еще бежать и бежать. В принципе, конечно, тут не так далеко, но вот как бы такой интересный момент. Вот. Ну и, конечно же, надо еще карту до кучи открывать. Кстати, интересно, я могу поставить какую-то метку? Я вот таким способом не озабачился. Похоже, что нет. Так, ты стой, куда ты? Похоже, что нет. Кроме меня, такой интерфейс тут функционала не вижу. Вот, собственно, у меня есть тут уже базовые какие-то инструменты всякие. Это, правда, молоток почти поломанный. У меня, в принципе, все почти, даже не знаю, это степень поломанности, потому что вроде как они так, я уж не так их активами пользовался, чтобы они у меня совсем поломались, ну ладно. Короче, я думаю, что прокатит. Единственное, что у нас еще тут куча может уже сейчас закат быть. Хотя, в принципе, тут справа уже у нас, да, 13 где градусов пишется. Наверняка это еще должно показывать еще и где-то время местное. Но что-то я тут пока что этого тоже не вижу. Но, в принципе, интерфейс немножко подправили разработчики. Но не так, чтоб сильно. То есть, в общем-то, я не сказал, что прямо, что... вижу особенно разницу. Ну да, есть немножко там всякие вещей поделали. Да, куда-то, кстати, вот эта аномалия явно улетела. Она такая блуждающая, потому что раньше она вот где-то вот тут изначально, когда я ее в первый раз встретил, была вот здесь сейчас. И потом она ко мне пришла, прям я ее вплотную с ней столкнулся чуть ли. Потом она куда-то делась еще дальше. Так, я просто хочу понять, правильно я бегу. Да, вроде как правильно. Еще я вижу, что... Не помню, то ли это рассвет, то ли закат. Вообще похоже на рассвет, раз тень уходит. Хотя странно, потому что я до этого здесь день бегал. Может быть, типа база... пока я сидел на базе, это типа ночь прошла как-то так. Ну, не знаю, короче, какая-то фигня. Сейчас моя задача немножечко поисследовать местный мир, в принципе, потому что, в общем-то, тут
Конечно, есть еще что показать, но не так уж так и много. Ну и в процессе я буду тут немножечко пособирать что-нибудь. Почему бы и нет, тоже полезное дело. Вот с этими всякими собирательствами здесь вообще куча всего. Я, как обычно, всегда путаюсь. То есть, хотя нет, вот, в принципе, если так немножко постараться, то можно принцип действия этих двух кнопок, которые, соответственно, Forestry и... как это там еще называется? Сейчас даже не помню. А, вот курсор. Значит, botanizing, да, и foraging. То есть у них есть свое немножко различие, но как бы довольно специфичное. О, соответственно, у меня есть кирка, я могу подбывать камень. Камень здесь, конечно, полезен. Тут можно следующий крафтить будет еще предметы, но, в принципе, мне бы хотел... О, так. Это кто? Это неагрессивные существа. По крайней мере, если на них не нападать, я не думаю, что они будут нападать на меня. Но это первые животные, кстати, которых я встречаю. Потому что до этого... Ну, кстати, тут... Так... Ну, у меня, кстати, задача на атаку противника. То есть, ну, я думаю, что... Плюс... Ага, вот оно что. Они еще и от меня убегают. Просто хотелось бы понимать, могу ли я их убить. Потому что мне это очень нужно для того, чтобы добыть кожу. Ой, ой, ой. А вот там что-то злое. Потому что вот там что-то вроде медведя. И вот этот медведь, мне кажется, может меня легкую-легкую так завалить. Ну-ка. Тут просто проблема в чем, что здесь нельзя сохраняться. Просто так, хотя, вроде как не сохранишься. Хотя... Не, ну тут, видите, да, тут свои особенности. И я боюсь просто, что у меня... Кролик. Вот кролик был самое то. Единственное, что все-таки... То ли темнеет, то ли не темнеет. Походу, все-таки темнеет или нет. Так. Здрасте, а я как теперь кролика-то этого соберу? А, вот, все, немножко сбился просто прицел. То есть, я тут... Да, насобирал немножечко всяких вещей. Насобирал кожу, мясо. Так, а куда этот гризли... Не гризли, не догризли... Делся, интересно. Ну вот, смотрите, да, с ланями явно не совладать, просто потому что я не догоню. Так, а это что? О, еще один кролик. Вот, кролики пока с нам самое то. Главное не увлекаться особенно, потому что если за кроликом бегать, можно наткнуться на что-то более серьезное. Ну вообще, вот в этой серии я уже сразу больше, чем во всех предыдущих увидел животных, потому что это только сражался с какими-то там непонятными... Даже, по-моему, не сражался, а даже отбегал от них. Еще мы там видели каких-то совершенно диких летающие тыквы какие-то непонятные. Но это было хулынское обновление. Так. Так. Да ты... Ты. Верни курсор. Так. Почему он не перекладывается? По-быстрому. Какая тут фигня? Не всегда почему-то быстро перекладывается. Хотя иногда работает, иногда нет. В общем, какая-то на самом деле фигня. Ну ладно, я вручную переложу. Хотя, конечно, честно говоря, непонятно, как иногда эта игра работает. Потому что интерфейс все еще какой-то немножко корявенький. Вроде бы его делают, а... Вот, кстати, эта аномалия летает. Прям еще докучает. Мне кажется, она за мной охотится. Мне кажется, она хочет себя показать, сказать, что вот, столкнись с аномалией, посмотри, что она себя представляет. Не знаю. Я, конечно... Руина. Ну, блин, реально, вот эта фигня с тем, что нужно до точки строительства столько долго бежать, это, ну, совершенно мне не нравится, на самом деле. Вот почему нельзя было где-то здесь? Еще раз говорю, это одиночный режим. Режим, в котором, ну реально, почему мне нужно ограничивать такими совершенно условными вещами, непонятными, просто затормаживает игровой процесс, и мне это, честно говоря, просто не нравится, говоря. Но, в общем-то, наверное, разработчикам все-таки виднее, но
Наша задача сейчас все-таки немножко посмотреть, что тут есть. О, тут еще один контейнер. А потом вернуться назад, может быть, сработает, кстати, кнопка телепорта быстрого. Не знаю, пока. Вот тут, смотрите, тут бац. Правда, он берет, наверное, тут даже берет тон автомата. То есть не нужно никаких контрол зажимать. Этим далеко ушли, и все-таки, да, темнее. То есть надо, наверное, на базу идти, потому что... Если мы тут сильно задержимся, то на нас могут нападать уж какие-то более гадкие товарищи. Так, ну что? Вернем... А, фигушки, фигушки. Не получается вернуться, поэтому быстренько-быстренько ножками нашими. Тем более, что начинает уже и холодать. Поэтому давайте-ка по-быстрому назад. Что-то я даже не подумал об этом, что... А не факт, что нас так это легко партнет назад. Что это аномалия? Надеюсь, меня не засет автоматом. Ну и что-то да, я все-таки перестарался. Зато смотрит все это красиво, согласитесь. Да, вот такие всякие огоньки привлекают. Манят к себе. Ну, нам, в принципе, не так далеко бежать. Главное, по боку, потому что вы помните, да, там какой-то гризли ходил. Это лань, это можно. Вот, кстати. Так, и можем еще одного кролика до кучи убить. Потому что кролик это круто. Конечно, нам сейчас будет холодно, но нужно шкура наше все. Потому что без шкур мы ничего себе не скратим. А так, хотя у нас будет какая-то базовая одежда. Вот, вот уже воют волки. Ох ты, черт побери. Как я наткнулся на стаю. Так, а тут... Нет, а тут нас тоже. Вот, вот, кстати, в чем заключается опасность? В том, что... Вот так это было очень, на самом деле... Не предусмотрительно мной убегать. Под ночь. Потому что все-таки понимал я, да, что вот, должна наступить ночь. Но почему? Я, в общем-то, не подумал, что на самом деле просто солнце так заходит. Ну ладно, в принципе, мы волков отбежали. В крайнем случае, даже можно, наверное, старая добрая тактика, нырнуть в воду, как обычно в Скайриме, да, происходит. Но четко, смотрите, не телепортируется сейчас. Видимо, это совсем надо в непосредственной близости. То есть, как телепорт, это все дело не работает. Ладно, нам, короче, сейчас чуть... Че, у нас стамина кончилась? Может быть, из-за прыжков? А, кстати, я, может быть, все-таки переназначил в итоге. Может быть, и нет. Ну, короче, ладно, мы уже почти пробежали. Вот наша база. Тут вроде никого у нас рядом не водится с хищников. Но вот, вот, кстати, появляются, походу, реально все-таки ночью. Потому что днем я их что-то пока тут белый не наткнулся. Хотя, может, мне просто банально повезло. Это по краешку. Кстати говоря... Кстати говоря, может быть, кстати... Ага. Сейф-зон мы пришли. А может, кстати говоря, можно настроить и недалеко от базы. Может быть, кстати говоря, я сейчас обратил внимание. А сейф-зон-то она, по-моему, только вот тут отображается. То есть... то есть, может быть, чуть-чуть нам надо отойти. Уже можно строить. Это я, кстати, сейчас... Ну, не сейчас, может быть, но надо будет проверить. Ну, по крайней мере, когда день наступит. Потому что ночью тут явно шарится по лесу бессмысленно. А, вход с другой стороны. Сейчас я, пожалуй, вам покажу быстренько крафт, что там поменялось. На самом деле тоже, опять же, не слишком много, но тут, по крайней мере, наверное, теплее, да? Ну, не сильно теплее, что-то наш персонаж как-то все равно тут мерзнет. Надо, наверное, разводить огонь, костер. Потому что что-то как-то, вот, видимо, не отапливаем это у нас помещение. Ну, зато можем тут похилиться, правда, это бессмысленно. То, что у нас как раз-то здоровье полное. Ну ладно, короче. Склифосовский огонь мы, может, как раз все-таки сможем развести сейчас. Тут, хотя нет, тут вряд ли мы огонь разместим, потому что тут еще, говорю, ограничения. Типа сейф-зоны и так далее. И все такое в этом духе. Но... Вот да, но это мы точно не можем сделать. Basic crafting. Ну ладно, давайте я вам покажу, смотрите. Вот новый, ну, обновленный, скажем так, окно крафта. Вроде оно немножко так поменялось. И нам нужно, соответственно, что? Lever working. Угу, смотрите, нам нужен, соответственно, lever pack.
Так, ну а почему мы сделаем в первую очередь? Наверное, надо сделать себе штаны. Это нужен один слиток. Интересно, правда, для чего он нужен? Как-то странновато смотрится. Ну, допустим, и фибр. Ну, фибр у нас хоть жопы жуй, а вот Игнат... В принципе, у нас... 10 штук. Да, вон, ну пусть будет 10 штук. То есть тут можно сделать сет макс, можно прочее. То есть суть в том, что, в принципе, тут примерно общая суть осталась примерно тоже. Я, по-моему, как раз систему крафта в этой игре более-менее нахваливал в прошлые разы, потому что говорил, что вроде как... это даже все довольно... Ага. Нам нужно, чтобы это делать, находиться рядом с кузницей или хотя бы огнем, костром. Иначе мы это все не сделаем. Ну хорошо, ладно. Ливер пак. Ливер. Пелт. И ла. А ла это у нас делается... А, из воды. Воды у нас достаточно вроде как. Хотя нет, но воды можно собирать. У меня полно бутылок на самом деле. Вот, соответственно, у нас идет тут такая, видите, фигня. Фиберов можно побольше наделать. У меня как раз фиберов-то достаточно. Вот, тут, правда, это долго делаться будет. Вот, тут, видите, у нас еще показывается сбоку сразу, сколько осталось до конца крафта. Это, в принципе, тоже довольно забавная вещь, потому что мы можем в это время бегать, своими делами заниматься. И одновременно у нас что-то там крафтится, да? Так, наш персонаж все равно... чувствовать себя не очень хорошо, потому что здесь явно не тепло. Так, кстати, если есть шоп, то здесь можно что-то покупать. Правда, для этого нужна местная валюта. У нас с этой валюты... Ага, видите, кстати, игра, можно тратить вот эти самые фрагменты рун, которые мы собираем. Ну, вообще... Луинский, Крисмас, ну да, вот это базовая фигня. Вообще интересно, как это реализовано, потому что руны, то есть руны сами по себе есть. А вот на что их тратить, непонятно, потому что здесь пока... А, вот это, вот на это тратить. Все, все, я понял, в принципе, общую суть. То есть мы можем здесь купить кристаллы всякие, силикон, ресурсы, то есть... для тех, кому чего-то там не хватает и не сильно им хочется бежать. Кстати, можно еще тут продавать что-то. О, как. То есть, тем самым зарабатывать деньги. Ну, тоже довольно забавная вещь. То есть, я говорю, есть экономика здесь вот такая. Вот пускай она немножко странноватая. То есть, непонятно, куда, что мы продаем. Ну, правда, непонятно вообще, что мы тут делаем. Какие-то клоны и прочее. Тоже, в общем, достаточно своеобразная вещь. В общем, в любом случае, надо ждать дня. Днем мы сможем выйти куда-нибудь, где мы сможем костер развести. То есть что-то еще, вроде как мы, еще раз говорю, не можем развести. Даже, знаете, что... О, я такую вещь нашел. Знаете что, давайте даже... Нет, знаете что, давайте сначала я вот, наверное, в ящик руну сложу. Потому что руны, как оказалось, достаточно ценный ресурс. Но так как они пока мне не нужны... Так, все вот эти всякие тоже пока что нам не нужны. Потом мы их сможем, наверное, высаживать, еще что-то, но не сейчас. Кстати, мясо можно готовить, но мясо, по-моему, тут нет такого, чтобы оно портилось. По крайней мере, я вроде не замечал. Но, хотя, может быть, оно испортится, может тоже испортиться, потому что, ну... Почему бы нет, в конце концов? Почему бы не портится мясо, да? Ведь, согласитесь... как у нас там The Black Death, там вообще просто продукты портились, по-моему, за час реально. То есть настолько быстро все это было. То есть тоже странновато немножечко. Так, у нас вот тут уже реально такая совсем-совсем ночь настала. Слышите, да, даже сверчки запели. То есть выходить явно сейчас опасно, потому что даже, ну, наверное, в сейф-зоне, наверное, нас никто не сможет открывать. Потому что, видите, тут написано, невозможно строить, возможно... Класть вещи на землю, но зато соответственно, даже агрессивные создания не атакуют вас здесь, если вы сами не спровоцируете конфликт. Видите, такая зона для новичков, для начинающих. То есть тут можно себя чувствовать совершенно в безопасности полнейшей, ходить волкам по яйцам пинать. Ну, по яйцам нельзя, наверное, они как раз тогда, наверное, это будет читаться актом агрессии. Соответственно, они попробуют сдачу дать, да? Ну,
Вы меня поняли, о чем я вам говорю. Так. Что нам дает кол? Кол нам дает, по сути, вот, но это пусть будет НЗ-шка. То есть запас такой. Так, ойл нам тоже пока что, наверное, не нужен. Я даже не знаю, где я его насобирал. Зато у нас куча всяких веток. Но вот я все пытаюсь подступиться, вспомнить. Так, где там базик крафтен? Крафтен сурвайвал. Давайте мы сделаем себе растопочку. Может сделать себе фонарь, кстати говоря. Ой, фонарь этот. Ну, факел, вот. И так, ну давайте попробуем. Можем ли мы сейчас этот самый... Видите, да, нам не дают здесь это сделать, походу, потому что... База, вот, кстати, тоже вот вопрос, то, что я помню, я же... Когда я играл, в принципе, на базе тоже ничего нельзя было... Хотя, нет, по-моему, как раз вот костер даже на базе можно было развести. Я могу что-то и путать. Ну, тоже немножко странновато это сделано, еще раз говорю, но... Ладно, короче, давайте дождемся тогда дня. Может сюда выйти, раз тут безопасная зона. То есть нам что-то не грозит, можем тут тупо стоять. Кстати говоря, можно сбегать за водичкой. Пока что. Ну, такая ночь. Ну да, то есть без разницы, что на базе, что тут один хрен. 7 градусов мороза. То есть наш персонаж такой голышом в одних трусах тут бодренько скачет. Я бы, наверное, уже окочурился бы. Так. На Е, да, по-моему, надо собирать. Дринкинг это просто попить. Правда. Стоп, стоп, стоп. Нет, стоп. Мне нужно набрать воду. Во, вот так. Заполнить все водой. Отлично. Теперь у нас есть 6 бутылок, заполнить их водой. Установили мы. Так, все, не то жму-то. Запас наш. Кстати, вот там какой-то факел, может быть. Ты, конечно, это глупая идея, но вдруг там можно что-то приготовить, а? Почему бы и нет? Кстати, может чуть насобирать попробовать. Опять мы... В общем, на самом деле, собирать нужно по большей части на двоечку. То есть на двоечку нам дают всякие типа ягоды, которые можем сожрать. Кстати говоря, наш персонаж немножко продолжался. Давайте мы сожжем, допустим, вишню. Почему бы и нет? То есть вот как... Хотя нет, мы почти ничего не установили. Там минимум, да, дается самый. Ну да, чуть-чуть прибавляет. В принципе, все фрукты дают и... Утоляют и голод, и... Соответственно, и жажду. Так, ну что, тут... Ну тут просто какие-то факелы. Я не думаю, что они пригодятся. Ну, вот, кстати, мы еще один фрагмент. То есть интересно, как долго можно вот так, таким образом... Лутать? Как-то периодичностью какой-то восстанавливается. Там небольшие катакомбы, ну как катакомбы. Там на самом деле никаких противников нет. Там просто всякие можно пособирать. Да, они даже высоко стоят. Пособирать всякие ништячки, полутать. И в общем-то все. Ну, интересно достаточно такая крепость. Условно, да, крепость. То есть я тут вроде бы условно все оббегал. Вроде как больше тут ничего полезного нет. Ну что, потихонечку светлеет. То есть ночь такая, она не сильно длинная. Это хорошо. Не люблю, когда долго длится ночь в играх. Тем более, что в этой игре, ну реально, ночь вообще. Если у тебя базы нет, где можно что-то делать, то, в общем-то, ночь вообще на самом деле бессмысленно протекает. О, кстати, сундук опять появился. То есть реально тут какой-то спаун идет все-таки. Где всякие нам периодички, нистички. Ну, вы поняли, да, сбрасывают. Так, ну что? Что я делаю, скажите мне, пожалуйста. Я хочу открыть крафт. Итак, возвращаемся к нашим попугаям. Мне нужно, соответственно, чтобы скрафтить одежду, нам нужно выйти за сейф-зону. На самом деле, я бы по-хорошему сделал бы себе какой-то базовый домик бы, и там бы уже начало всякие вот эти вещи делать. Потому что, мне кажется, так будет правильней. Так.
что мы можем сделать? Нам нужно вообще на самом деле делать... А, нам нужно вообще просто строительство открыть, даже не крафт, а строительство. Давайте чуть-чуть дальше выйдем. Вот тут где-нибудь можем построить, вот чисто интересно. Или... Мне показалось почему-то, что вот эта сейф-зона, она, короче... Да, вот она тут пропадает. И... Отлично! А, блин, не отлично. Потому что реально строить все-таки нужно только конкретно вот в тех зонах, вот, которые на карте. То есть они не просто так тут показаны все-таки. Что еще с игрой какой-то, на мой взгляд, полнейший бред. Ну ладно, допустим. Это уже отдельная тема для разговора, что это все так сделано. Короче, по крайней мере, здесь я могу сейчас, смотрите, развести костер. Ага. Ага, я сказал. А как его поставить-то? А, надо было правой кнопкой нажать, понятно. Хорошо, разжигаем его. О, прикольно, можно пепел собирать. Окей, ладно, давайте, что нам там скрафтить нужно по-быстрому. Нам на самом деле можно еду какую-то приготовить. Единственное, что надо быстренько это открыть, потому что тут, наверное, все-таки это дело гореть не вечно будет. Вот. 3 штуки максимум, отлично. Прозафрили один из... Ну, вроде нормально. Окей, с этим мы разобрались. Дальше нам нужно, соответственно... Ну, на самом деле, проще сделать все вот так. Допустим, да? Сюда. Set max 18, ну... Пусть будет пока 12, не знаю. Наверное, нам много всего не нужно. Так, отлично. Что у нас сейчас будет? Так, а у нас очень на этом-то и закончилось. Нам вообще хватит? Да, нам не хватает еще, да? Я так понимаю, одного пелта, одного лая, то есть... Пока что на этом нужно закругляться. Ну ладно, хотя бы тут мы разобрали, хотя бы... Мы тут что-то наделали базовых вещей, наготовили себе еды немножечко. Воду кипятить не надо, это уже хорошо. Ну что, строить нельзя, сейчас говорю, меня это очень серьезно разочаровывает, потому что, блин, так не делается, ребята. В общем, короче, надо, смотрите, как делать. Надо, короче, тут бегать, этих всяких кроликов рубить. Потом, соответственно, когда мы хоть немножечко накрасим себе одежды, уже тогда, соответственно, идти на место к строительству, запастись там предварительно досками всякими и прочим. И, соответственно, после этого уже можно как-то будет приступать к строительству здания. То есть это все такое поэтапное. Сейчас я вам сразу начать строить не смогу, показывать ничего. Это, конечно... Меня немножечко печалит по уже названным причинам, что хотел бы я вам все сразу показать, но не получится. И ладно, главное, что сейчас все-таки... Так, а волки где-то... Вот это, товарищи ходят. Тут... Ну, смотрите, я вот тут... Все равно, в любом случае, не пройду. То есть мне нужно делать зигзагом идти и так далее. То есть, ладно, короче... Может, конечно, в аномалию сунуться, если даже умру, ну, ничего страшного. Хотя аномалии, я думаю, что там ничего особенного. Тем более, что у меня, кстати, да, у меня по большей части даже проблема в том, что у меня инвентарь забит полностью. И, в общем-то, я просто даже там что-то смогу насобирать, это будет бесполезно, бессмысленно. Так. Ага, тут еще какой-то сейф зоны близкого. То есть на самом деле вот тут где-то можно рядом тусоваться, тут еще отступить назад. Да, вот тут еще один NPC, где можно набрать фрагментов и даже насобирать ящиков. То есть вон еще один, наверное, если не путаю вдалеке. Хотя нет, наверное, не он. Ох ты, а вот это уже круче-то что. Это чертежи, которые можем изучить. То есть чертежи это тоже очень на самом деле важная вещь.
Прикольно. Вон, да, а тут все-таки есть еще один. Только не тот, который я изначально думал. Ну, в общем, такая игрушка неспешная. Раньше там немножко побыстрее старо было, можно было сразу базу строить. Сейчас уже как бы не до базы пока что. Нужно сначала базы какие-то требования выполнять. В первую очередь за кроликом бегать, охотиться на них. То, что без охоты на кроликов здесь еще, говорю, в общем-то, ничего вы не сделаете. Потому что кролики наш все, как говорится. Кролик это не только ценный мех, но еще и 2-3 килограмма мяса. Соберите грибы, нам говорят. Это секрет. Ага, то есть у нас какой-то неожиданно квестик образовался. Ну да, квестики тут тоже такие базовые добавили. Тут еще в начале было обучение небольшое. Интересно, ну давайте попробуем насобирать. Посмотрим, что нам скажут-то теперь. То есть тут, в общем-то, не сильно пыльное дело. То есть вот, все, мы их насобирали. И... ага, вот оно как, прикольно. То есть это будет теперь постоянно сгореть, да? И тут даже можно, ввиду того, что это сейф-зона, тут можно теперь жить. И вообще, на самом деле, сюда бы ящик какой-то сделать. И это уже ближе, чем туда бегать. Потому что там вообще, на самом деле, по-хорошему, бессмысленное место. Вот, место, которое нам вообще будет, мне кажется, кайфово. Потому что здесь оно будет, мне кажется, постоянно гореть. Можно даже из того ящика сюда перенести. Я не знаю. А, ну я не смогу ничего скрафтить, сейчас говорю. То есть, может, какой-то рюкзак можно, кстати говоря, скрафтить. Это даже интересно стало. Но это ладно, это все в дальнейшем. Потому что, в принципе, вот на то, что я мог сегодня вам показать, я вам показал. На карте это. Кстати, тут еще одна пещерка есть какая-то. То есть, ну, в общем... в целом жить можно, то есть можно тут, видите, развиваться, можно, соответственно, вот сюда перебираться, можно тут, соответственно, потом добывать камень, дерево и прочее, но, блин, хотел все-таки построить именно какой-нибудь ящик, это мне, на самом деле, серьезно бы упростило бы жизнь. Woodworking, parts, это не то. Вот тут единственное, что не очень удобно, наверное, искать. Потому что, ну, наверное, вот тут, наверное, надо искать, да? Скорее всего... а, вот контейнеры, да. Нам нужно этого Carpentry Station. А Carpentry Station, наверное... ну, туда, в принципе, тут, смотрите, даже... для маленькой бочки нужны еще, как всего прочего, гвозди. То есть, это, на самом деле, долго-долго придется до этого идти, до всего... то есть это все процесс совершенно не быстрый. И поэтому, еще раз говорю, тут, видите, такое немножко все дело заторможено. Чем-то начинает мне эта игрушка напоминать, знаете, Life is Fiddle, где тоже сначала начинаешь, вообще не понимаешь, что делать, какие-то всякие ереси занимаешься, долго-долго развиваешься, только потом, когда более-менее... более-менее освоишь, тогда уже можно что-то начинать делать, но и то не сразу, и то, в общем-то, на самом деле... на самом деле, если тоже так разобраться, то один ничего сильно тут не сделаешь. Но, допустим, в этой игре, по крайней мере, можно вроде как одному нормально жить. Уже хорошо. Но, еще раз говорю, не хватает нам кроликов. Может, все-таки только того медведя попробовать атаковать? Он вроде, на самом деле, не агрессивный был. Я подумал, что скелет какой-то внутри дерева. Но нет, это просто такая текстура. В общем... крайне своеобразная игрушка стала. То есть что-то добавили, что-то пытались сделать. Но вот, допустим, на мой взгляд, вот те детали, которые сейчас появились в игре, они немножко даже эту игру затормаживают. То есть все-таки хочется как-то, ну, вот хотя бы без ограничений по карте. То есть почему я не могу здесь строить? Вот скажите мне, вот в чем прикол? Почему? Вот почему я не могу тут строить? То есть чем территория хуже, чем та? То есть это на самом деле главная претензия, которую я, в принципе, изначально ее прочухал. Ну, может быть что-то получится. На самом деле, я сейчас все равно упорно бегу туды. Меня тут просто никто не встречается. Да куча. Наверное, знаете, что надо все-таки, наверное, вернуться на базу сейчас, потому что... даже не потому, что я, в общем-то, бежать туда не хочу, а скорее потому, что мне нужно... короче, будет сейчас заканчивать запись. Я хочу припарковаться все-таки где-то. Хотя бы вот, наверное, у того костра.
И уже когда буду сам одиночную играть, чтобы оттуда начинать, чтобы не где-то посреди леса стартовать и не понимать, где ты есть. Вот, кстати, да? Кролик, который нам так нужен был. Отлично, вот как раз то, что надо. Как раз сейчас одного нехватающего ингредиента мы получим. И можно будет скрафтить себе штаны. Вот давайте ради прикола даже я, наверное, Вот, кстати говоря, надо бегать с режиме боя, потому что в режиме боя сразу видно противников. А так хрен их увидишь, если ты не в режиме боя. Я понял эту фишку. Давайте я сделаю штаны себе, потому что штаны... Ну, просто ради прикола, как сказать, логично завершение данной серии. Потому что, в принципе, мы тут очень много, по сути, не бегали ничем. В общем-то, в итоге толком это почти не окончилось. Там какие-то базовые вещи я, конечно, вам показал, рассказал про эту игру. Посмотрели на мой местный мир, посмотрели мы на волков почти вблизи. Правда, они нас не саглись, но это и к лучшему, на самом деле, конечно же, для нас. Ну и поэтому думаю, что хоть что-то надо сделать именно. Мне интересно, вот этот котел реально будет постоянно гореть теперь? То есть это такой бонус для нас, что ли? Бесплатный. Или все-таки надо будет как-то подпитывать? Потому что это на самом деле много... Хотя он, по-моему, затух, да? Или нет? Или это отсюда так кажется, что он затух? Да, горит он. То есть это вообще классно, на самом деле, для нас сделано. Так, еще раз, значит, X. Дальше. Кстати говоря, тут еще можно заняться трейлерингом. Тоже, кстати говоря. Но для этого тут даже больше надо париться, чем с ливерворкингом. То есть ливерворкинг, он такой стартовый. Итак, значит, штаны. Дальше. Соответственно. Алайт у нас. Алайт, кстати говоря, да, это у нас простейшая вещь. То есть лайт как раз это не проблемно собирать. У нас вообще тут рядом водоем. То есть все очень просто. Итак. Че, успешно? Отлично. Главное, чтобы сейчас тут не зафейлилось. Ага, тут еще и нужен saving kit. Черт побери. Saving kit. А что такое saving kit? Скажите-ка мне, пожалуйста. Вот это неожиданно я понял, что тут еще не все так просто. Где может быть saving kit? Видите, неудобно, что нет поиска. Вот, пожалуй, главная претензия к этой игре, это то, что... То, что реально вот тут приходится именно вот такими закладками искать. Так. Ну, это не проблема, это мы сейчас... Делаем saving kit простейший. Видите, вот такие всякие цепочки, тоже всякие производственные. Это на самом деле круто еще. И главное, реально, что был бы поиск. Вот, был бы поиск, вообще все было бы намного проще. Ну, ладно, пока что хотя бы так. Отлично, возвращаемся назад к ливерворкингу. Ну что? Стоп. В чем прикол? Я же сделал saving kit, нет? Ну вот он. Энни почему-то написано. А, я знаю, почему не так. Смотрите, надо открыть инвентарь и сюда добавить. И теперь у нас будет, соответственно, тут находиться. Так, я запутался в кнопках. Вот. Отлично. И хоть ресурс, ладно, не потратились, уже хорошо, потому что когда вот этот Production Fault, сразу очень меня напрягает все дело. Отлично. Отлично. Так. И заслуженная возможность их надеть. Ну что ж, в общем-то... А вот теперь можно реально на этом всем делать и закругляться. Вот такие у нас штаны есть. Наш персонаж, в общем-то, сделал первый шаг к цивильному своему состоянию. Ну, а с вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии. И всем пока. Удачи!